Дорогие наши телезрители, нашему любимому телеканалу «Союз» исполнилось 18 лет. По человеческим меркам это уже совершеннолетие. И наш канал с честью доказал свое право на существование в эфире. Это один из самых полных, один из самых правдивых, один из самых насыщенных православных каналов, которые действительно дают нам информацию о том, о чем просит наша душа. Поэтому, дорогие мои, будьте с нами. Это действительно замечательный канал, который стоит смотреть. И 18 лет его участия в его жизни в эфире это убедительно доказывает.